Итак, ребят, всем приветик, и сейчас я вам покажу, как купить коины. Смотрите, у нас Валкин сегодня сделала презентацию своих коинов. Как видите, вот они зашли мне. Сейчас я вам объясню, как их покупать. Для этого вам нужна биржа, которая их поддерживает. У меня это Bybit. Открываем ее. После чего вам надо будет тут зарегистрироваться и нажать торговать. Теперь тут выбирайте, ну, у меня уже открыта эта валюта, Valkin Coin. Но для этого вам надо будет пополнить этот, как бы, баланс. Вот у меня, видите, 6 USDT есть. Нажимайте депозит и закидывайте сюда денежку. Далее. Заходите сюда. Я вот сейчас хочу купить коинов. Смотрите, и пишем 1 коин, да? На 1 USDT это будет 8 коинов. Я хочу купить, покупаем. И покупаем на 1 USDT. Все, как видите, сейчас орден выставлен. Сейчас будем покупать. Если кто-то продаст. Так, ждем. До этого просто было моментально. Сейчас, видимо, что-то произошло. Можно поставить по рыночной цене и сразу ухватить. Так, надо будет этот отменить. Давайте купим по рыночной цене. Все, успешно сделано. И заходим. Так, смотрим. Как видели, там быстро показалось, что успешно. И вот у нас 12 коинов. Смотрите, что нам надо сделать. Спотовый аккаунт, коины эти. Итак, ребят, мы закончили на выводе токенов Valkin. Так, смотрите, как их вывести. Вот я купил их, у меня сейчас 12. И чтобы вам вывести, вы не можете вывести 12, да? Он показывает вам превышенный. Вы думаете, что за фигня? Но вы должны уже учитывать, то есть 6 комиссий, понимаете? Тут как все сделано. Вот. Значит, дальше. Выбрать адрес. Это очень легко. Просто адрес, смотрите, где вы выберете. Нажимаете вот эту кнопочку и копируете, ну как, адрес. И все. И вставляете его вот сюда. Название пишите любое. У меня Valkin. Выбираем кошелек. И нажимаем вывод средств. Все. Вы вывели средства. Пожалуйста, поздравляю вас. Но я сейчас этого делать не буду. Мне пока не надо. Пока что. Дальше, как отследить, да, пришли они вам или нет. Вот тут сверху, видите, есть такая книжечка. Давайте нажмем сюда. Тут выбираете вывод средств. И вот, я выводил уже коины. Смотрите, вот 10 штучек я пробовал тесты их выводить. Все успешно, вот видите, вывод завершен. Время 20, ну, они не через час пришли. Ровно через час. Все пришли, все работает. Перса прокачал, то есть прокачнул его, все нормально. Давайте я, наверное, покажу все-таки, да, как это работает. Мне нужно сколько не хватает. А, нет, у меня тогда скинется комиссия. Ну, в общем, ребят, вы там, думаю, поймете. Вам просто надо будет нажать ту кнопку подтвердить, да и все. Вот. Если кто не знает, как сюда зарегистрироваться, пишите мне в Телеграме или пишите в комментариях, сделаю видос.